Всем привет, с вами Никсон. Сегодня смотрим LEGO Minecraft The Nether с артикулом 21106, 13 года наборчик, 469 деталей. Да, именно The Nether, получается, преисподняя, да, место, где души грешников подвергаются вечным мукам, да. Именно The Nether, а не The Hell, как многие думают, потому что называем мы ад в основном, но нет, это преисподняя. Ну или Нижний мир. Вот. Я уже снимал обзор на первый набор, на следующий. И вот сейчас наконец-то подошли к The Nether. Вот. У нас три микрофигурки. Micro Maps. Вот. Два гаста и один свинозомби. Зомби Пигмен. Вот. Так, было две инструкции. Первый тут в начале для новеньких. Что вообще такое Minecraft? Дальше рассказывают про наборы, которые LEGO делали. Вот. Пошла сборка. И в конце сейчас перечень всех деталей. К сожалению, запасные детали не сохранились, но точно могу сказать, что вот эти две, как они, акселя, да, они точно были из запасных. Ну и, конечно же, разделитель деталек. Так, теперь переходим к самому набору. Микромир. Микромобы или микрофигурки. Начнем, как обычно, с микрофигурок. Давайте, наверное, самое интересное, это вот зомби пигмен. Вот. Что тут вообще происходит? Значит, вот это одна деталь, которая как бы является шеей и головой. Вот. И в целом, да, похоже. И туловище тут из трех деталек. Вот. И вот такой вот ножик. И, кстати, еще один был запасной. Ну, пойдет. Скажем, пойдет, конечно, не один в один по схожести, но в таком масштабе я считаю, что да, нормально. Дальше. Гасты. Гасты, гасты, призраки. По сути, здесь уникальная только вот эта деталь. Этот кирпич. Вот. Плачущий гаст. И обратите внимание, как вообще выглядит сборка. То есть обратной стороной. И потом вот такая вот деталь с плоской поверхностью ставится и все. Я считаю, да, так получается более-менее точно и похоже. Но, к сожалению, чего я не понимаю, LEGO не добавили запасную деталь, или могли бы второму гасту добавить злое лицо, когда гаст стреляет огненным шаром. Почему? Непонятно. Но при этом у нас есть два одинаковых гаста. И, честно, я не понимаю такого хода от LEGO. Лучше бы добавили вместо второго гаста того же ифрита, например. Или скелета иссушителя. Ну, ладно. Так-с. Ребят, рассмотрели. Теперь вот этот мирок. Значит, у нас это, как мы уже разобрались, преисподняя. Если вы смотрели предыдущие ролики по этим мирам, микромирам по Майнкрафту от LEGO, то я показывал, что они вот так вот разделяются на четыре части. Еще, как было в предыдущих двух наборах, можно было также и вот эти верхние части, скажем, они были на пластинах, их можно было тоже снимать. Но это у нас особый случай с этим набором, и они не предусмотрены для того, чтобы их можно было снимать. То есть они как бы, ну, родные и все. И так и остаются.
Вот, у нас их всего 4. Давайте начнем с вот этих, которые спереди, по крайней мере, как заявлено на коробке. У нас это мост. Мост от крепости. Я бы не сказал, что это именно тот мост, потому что он почему-то здесь черного цвета. И непонятно, какой это блок тогда. Это что, это обсидиан, у нас уголь, что? Почему черный? Могли бы, конечно, Лего пришлось бы постараться, но могли бы добавить просто другой оттенок вот этого бордового цвета. А так мы получили черный мост, который не совсем как бы похож на тот, который в игре. Вот, и тут еще, да, кстати, еще тут у нас лава растекается. Я так понимаю, вот это светящийся камень, да, глоустоун. Правда, почему это один на один деталь, а не... Ну, почему не еще одну добавили на каждую? Потому что у нас же в этом микромире получается блок, это если две один на один соединены. А тут только по одной как-то неправильно. Вот, вот это... Так, кто знает, что это тоже, наверное, лава. Вот. Тут скука сверху... Да непонятно, что это, что это. Гравий, скорее всего. И что? Тьф. Непонятно, что это такое темно-серое. Может быть, это кварц? Не, тогда вот это кварц, а вот это гравий. Потому что, ну, тут непонятно. Вот сейчас в текущей линейке Minecraft, которых мини-фигурки стандартного размера, у нас блок кварца это вот, вот так он выглядит. Тут понятно. А вот здесь не совсем. Следующая. Вот это секция. Ну, это уже больше похоже на внутренность крепости. Вот. И тут вот эта часть отделяется. Вот. Здесь факела. Ну и как бы все. Здесь больше ничего не происходит. Просто вот. Вот это. Типа колодец. Вот. И все. Вот они, по крайней мере, как заявлено, вот так вот должны соединяться. Дальше тут у нас еще кусок моста. Много лавы. Там, ну, опять же, непонятно, что-то в гравии или что. Вот. Тоже максимально скучно, неинтересно, ничего такого особенного. Вот. И, кстати, как показано на коробке, мы должны вот так вот поставить. Вот, это вот так вот соединить. Но, как можете видеть, здесь нету вот такой вот детали, здесь нету, она буквально отсутствует. И если вот так вот у вас будет три секции, вы не сможете их между собой соединить. Вот, но это как показано на инструкции, на коробке. А на инструкции должно быть вообще вот, вот так вот смотреть. То есть, что мы в первой инструкции собираем вот эти две секции, во второй инструкции вот эти две секции. И как показано в инструкции, мы должны вот так вот поставить. У нас получается мост, который вот такой продолжается. Но на коробке изображено вот так вот. Вот. Я не понимаю, о чем там думали дизайнеры, почему такие несходства. Вот. Тут мы уже все посмотрели, да, светящийся камень. Ну вот, здесь. А, кстати, забыл я сюда детальку поставить. Ну, это такое уже. Где-то я посеял. Пусть пока будет вот так. О, не критично. Тут, да тут все то же самое. Единственное, что тут похоже на дорожку, наверное, из гравия. Вот. И все так же самое. Все так же самое. Но как по мне, вот это, конечно, красивее смотрится, чем так, как было предложено на коробке. Вот, и вот так вот соединяется. Ну вот. Тут хоть что-то, и тут тоже хоть что-то. Еще я вам не рассказал про портал. По крайней мере, это должно быть порталом, но это не соответствует действительности. Видите ли, у нас портал, именно сам портал, то, что по центру, правильнее, наверное, было бы, если бы основа была 1 на 4,
И было бы вот так. И потом бы еще продолжалось здесь сверху. И потом можно было бы 1 на 4 здесь закрыть. И вот тут была бы стеночка. Вот. Это был бы правильный портал. То есть, если бы у нас вот эта основа была 1 на 4. Так получается, что у нас вот эта внутренность портала, она всего лишь шириной 1 на 1. Почему так? Я не знаю, почему так. Это надо уже спрашивать у лего-дизайнеров. Почему они так решили сделать? Ну, вот у нас наш, например, свинозомби, да? И как? Ну, как? Потому что в игре у нас может прийти одновременно, ну, скажем, если вот рядом будут стоять, то может прийти сразу там два персонажа. Вот тут, например, и вот тут. Так мы не можем сделать в этом лего-наборе. Это неправильно. Почему так решили сделать? Непонятно. Вот. Ну и вроде бы я все рассказал. На самом деле тут, как видите, особо ничего такого глобального интересного не происходит. К сожалению. Как бы мне не хотелось, чтобы это было не так. Вот. Наверное, я уже буду подводить итоги. Хотя, я думаю, вы и так поняли, что мне не зашел этот набор. Основная причина, почему нет, здесь, во-первых, неточные блоки, неправильные цвета, во-вторых, здесь почти ничего не происходит, то есть у нас есть мост, внутренность крепости и еще мост, и все, и это на 4 секции, Лего, вы серьезно? Ну так не годится. Портал тоже, что это такое? Ну, ай. Мини-фигурки, точнее микрофигурки, нормальные, с ними порядок, вопросов нету. Вот, то есть основные моменты, основные придирки именно к самому игровому, по сути, набору, к этому миру. Вот. А так-то все. Ну, оценка, ну, максимум, что я могу дать, это B. Ну, не больше. Вот. Ну, а у меня все. Я буду заканчивать. Не забывайте вступать в наш чат Lego Unicorn в Телеграме. Ссылка будет в описании. До скорого. И слава Украине. И пока не забыл. Вот наш набор. Вот так вот его. Кидаем туда инструкцию. Да, ну, можно, например, вот это еще, но я не буду. И закрываем, и все. И можно с собой брать куда-то.